Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру Call of Duty World War. Третья миссия у нас на сегодня, жесткая посадка. Нейтрализовать японскую оборону на аэродроме Пепелилиу. Ну что ж, давайте поехали. Сложность, ветеран и полетели. Понятно, аэродром нужно захватить. Ну что ж, давайте продолжим тогда, получается, отрабатывать этот остров. Наши скоро собираются отправить его тело домой. Аэродром Пепелилиу. 15 сентября 44-го. Так, ну и что теперь? Тут все. Зацепились к западу от нас и держатся крепко. Прямая дорога ведет к жерлу японских пушек. Мы обойдем с фланга. Придется попотеть, но ничего, не помрем. Мы объединимся с пятым, когда пройдем через это болото. Оставаться на стороже. Бедняга, его должно быть сняли этим утром. Фюзеляж еще дымится. Поищите выживших. Он весь чем-то опутан. Дерьмо! Понял. Да, блин, я не успеваю даже нажать даже на Q. Оставаться на стороже. Ишь ты, засада была. Окутали, видите? Бедняга, его должно быть сняли этим утром. Фюзеляж еще дымится. Так, ну я пока тут просто и буду отстреливать. Он весь чем-то опутан. Так, кто свой был? Это ловушка! Ну, все. Так, ну блин, дай-ка мне тут вот. Блин, мне вот честно, мне бы сейчас вот... Каким уродом надо быть, чтобы минировать убитых? Это война вообще-то, если ты не знал. Они повсюду! Это полноценная война. Каким уродом надо быть, чтобы минировать убитых? Мальчик, ты на войне находишься. Алло, и тут... Я даже не успеваю даже это. Мне сразу урон входит. Каким уродом надо быть, чтобы минировать убитых? Еще одна чертова засада! Да, блин, что делать тогда? Мне прям вот так прям берут и ждут, пока я не в зону эту, в эту зону не зайду. Я думал, это нашу. Так, ну все, мы на аэродроме. Подожди,
Так, нужно отвлекать здесь вот эту херню. Вот что тут? Так, кто свой был? Так, ладно, заходим как-то. Блин, патронов вообще-то мама остается. А, подожди, дай по это. Немного патронов прибавилось. Тихо, тихо, легли. Потревожу он там засаду, видите. Засаду, видите, потревожу там. Так, то там, то там тоже свои. Блин, ну вот сейчас вот честно вот ружье не хватает. Так, дай мне это вот. Нет, не надо. Не-не-не, я вот этого хотел взять. Тихо-тихо-тихо-тихо, там целая толпа такая там была. А где этот был тут? Вот он. Ай. Права стоят, забыл совсем. Ну ничего, ничего, сейчас, подожди. Прикрываю. Как могу. Они приближаются. Блин, нужно как-то отвлекать этой херней этой. Чтобы нажал, отжал. Нажал, еще раз нажал, типа вот. Так. Тихо, тихо, что там происходит-то? Так, опять нужно как-то сбоку заходить. Я думал, что-то не умер ты. А не вот он и что.
Кто свой? Да, как мне к ним зайти-то? Ага, понял. Ты не офигел, а, случайно? Так, а где огнеметов взять? А где огнеметов ваш взять-то? Так, где тут здесь нужно, да? А, все, понял. Сейчас я подожди, подойду сейчас. Все, валю. Продолжаем чистить. Тихо. Да, блин, что там не сгорел-то там? Пушки на макушке, парни! Выдвигаемся! Так, вроде чисто. Да? Ну пошли. Да, вот уже зенитки уже вижу. Кого-то собьют? Ну и что если тут опять повыскакали тут? Держаться вместе! Аэродром за полмили отсюда к северу! Все, снял. А ты там что стоял, тусил? Видишь, ты тусил он там. Ждали они там, видели. Слышь, винтовку дай. С прицелом, желательно. Это вот это вот здание, да? М1 Грант. Нет, спасибо, не надо. Так, ну опять нужно сбоку заходить, вот с этой стороны. Так, окей, тормознули. Кто мне вытол? Дебилоид, а? Миллер, зареди винтовочную гранату и вытряхни птичку из гнездышка. Вот тебе!
А, в смысле на пятерку? Это что еще за херня? Так, подожди, подожди. Да хоры уже так отстрелили, я вас, блин, из-за угла так стрелять точно-то. Молодец. Так, почти подошли уже. Вперед! Здание! Сбросим их отсюда! Не дайте им прийти в себя! Плохи у него дела! Так, дай я сейчас гранату им тоже туда закидаю. Чтобы им там весело было. Че, тоже прикольно, да? Так, тихо. Они еще вон там еще не выбились ей. Бочин там выходит нам. Так, что здесь зачистили уже? Так, тут никого не надо, не? Все чисто. Все нормально. Че, это че еще? Что еще было? Так, подожди. Три карты нашли. Черт, это не так-то просто. Просто не было никогда. Ну все, мы получается на месте. А? Грузовичок развернулся. А нам что делать?
Так, ну нам, ну блин. Понял, понял. За танками пошли, поезжу, я понял. Тихо, 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 тихо. Грузовичок, кажется, взорвался. Так, нам же нам за танками нужно, за Шерманом. Ползти. Подожди-ка, здравствуйте. Да у меня тут уж самого есть. Второй минус. Тихо, 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 тихо. Так, еще один минус. Так, где третий? Вот он. Ездит. Вот и все, молодцы. Так, а блин. Ну, что-то дальнобольное. Так, а где дали тут? Еще одна пушка была какая-то. А, все, все нормально, все нормально. Все, все подобрали. Было, знаю, вот единственное, что мне не хватает, это вот этот прицел здесь. Снайперского. Или узкоглазый и так нормально целится. Свой. Свой. Там тоже свой. Подошли еще ближе. Все, мы на месте. Слышь. Отстаньте от меня, пожалуйста. Слышь, мужик. Алло. Наконец-то. Пристрелил бы такого вот. Дурочка этого. И что, застрял я, он во мне. Все, почистили, почистили. Так, чистим, чистим, почищаем. Ой, гранат, не надо, тут закрыл. Вовремя лег, а. Прям очень вовремя. Так, тихо, 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 тихо.
Так, это свой, это тоже свой. Что, теперь нужно оборонять, что ли, да? Да, я уже вижу, там враги уже ползут уже. Да, да, я же вижу. Уже ползут. Да, да, я в курсе уже. Вот они поползли уже. Силы накопили, теперь на типа побежали. Там, блин, там очень сложно будет продержаться. Не подходят подкрепления. Я прикрою. На подходе грузовики с пехотой. Они подтягивают танки. Ой, завелись. Так, тихо. Тихо. Контрел, я понял. Что делать-то? Просто держать, да? Гранатомету есть. Так, не извини. А, блин, не, подожди. Зенитки, блин. Ну-ка. Ну блин. Это целый чертов конвой. А че я сразу его не использовал-то? Сейчас помаленечку развернем, по-моему, немного. Тихо, спрятались. Ну блин, надо было сразу сюда забежать. Тихо, спрятались. Спрятались. Посидели чуть-чуть. Еще спрятались. Спрятались. Теперь нужно как-то третий сбить.
Все, молодцы. Да, сэр, мы удержали аэродром. Повторяю, аэродром остался в наших руках. Ну, теперь мы за Советский Союз будем, играть. Сталинград. Бесчастный поход по чужим землям унес жизни многих мужчин, женщин, детей. С гордыней фюрера может сравниться лишь жестокость солдат Рейха. То были страшные дни немецкой осады Сталинграда. Что ж, в следующей серии мы поедем в Сталинград. В Сталинград мы поедем в следующей серии. Ну что ж, три серии с залпом мы выполнили. Игра идет нормально. И давайте на этом сегодня закончим. Все. Ну, блин, нормальная пока. Игрушка пока нормальная, хорошо. Все. Спасибо за просмотр. С вами был Виктор. Всем пока.